Действия при пожаре и чрезвычайных ситуациях отработал персонал Биробиджанского психоневрологического интерната в ходе пожарно-тактических учений. При получении сигнала о тревоге сотрудники учреждения незамедлительно эвакуировали подопечных. Особое внимание уделялось категории маломобильных, для которых самостоятельные действия затруднены. Цели и задачи тренировки были обеспечение эвакуации именно той категории граждан, так называемой маломобильной группы населения. Это инвалиды-колясочники, которые у нас располагаются на первом этаже, которые наименее защищены и должны быть эвакуированы в первую очередь. Помощь в проведении учений персоналу учреждения оказали спасатели Биробиджанской пожарной части номер 8. В этих целях задействовали силы в составе одного пожарного отделения личного состава и одной единицы техники. По прибытию были эвакуированы пострадавшие. По легенде учений, один пострадавший остался в здании. Личный состав 8-й пожарно-спасательной части провел спасение пострадавшего. Подобные учения – часть общего комплекса мер, которые принимаются для обеспечения безопасности прибывающих учреждений. Сотрудники интерната на постоянной основе проводят тренировки и отрабатывают порядок действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21.